Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Metro 2033 Redux, продолжаем проходить эту игру. И, в принципе, ребята, давайте же сразу продолжим. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай, от парня только сапоги остались. Твою мать, у меня почти что... Слушай, скоро мы подъедем к станции. Дай мне сказать, зараза. 40 градусов жары почти что... Это я только вот на сейчас взял, потому что... Тут просто сдуреть может, ребят, как жарко. Надо скорее отсюда убираться. Оу, что за хрень? Ребят, действительно, у меня тут так жарко, что я еле... Не знаю. У меня столько патронов не будет, чтобы вас всех перестрелять, заразы. Ай-яй-яй, дайте мне хильнуться, дайте мне хильнуться. Да твою мать! У меня столько патронов нету, чтобы всех вот этих чукчей перебить. Слушай, скоро мы подъедем к станции. А с дробаша тут я не... Должно быть заброшено, но черт знает. Свет, там кто-то есть. А вот сейчас нас попалят, если я его вот так вовремя убил. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Ну да. Но у меня столько патронов нету, чтобы вас всех тварюг убить. А я что делаю? Ну они и так простреливают. Какая нафиг разница? А вот так они как-то не напрыгнули на нас. То есть тогда такая большое количество людей на нас напрыгнуло, сейчас я вот того успел убить, и в принципе... Слава богу, у них дрезины не было, а то бы они достали нас. А сейчас просто одно-просто так проскочили, да и все. В принципе, еще лучше. Фух. Сдуреть можно? Тут такая жарища, ребят, я не знаю... Что это? Мутантское отродье. Они... Ух ты! Ребят, я не знаю, как там в России, я не знаю, как там в Украине. Вот твою мать, нужно лучше пригнуться. Может там не так жарко, может там вообще холодно. Но тут просто сдуреть может. Тут летом, если более-менее так нормально было, то вот сейчас конец лета, и это просто сдуреть может. Тут такая жарища. Охренеть просто. Честное слово. О, это что еще за звуки? Ну далеко еще нам там до полиса того. Уже вроде столько едем. Не знаю, уже нормально так игра идет, а мы еще даже до полиса не доехали. Я когда проходил ты. Господи, это же депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Ну и звуки, я там слышу, кто-то ходит. Что-то мне не нравится это депо. Тебе в жопу! Охренеть! Это чё за хрень была? Конченые рожемутанты! У меня столько и патронов не будет, чтобы вас всех вот этих... Да где? Охренеть, сколько вас там. Нахрена я одел противогаз? А вот это уже по сюжету. То есть его сейчас убьют, походу, или нет? Пожалуйста, только опять не надо нам одному идти. Не хочу я
Охренеть! Ну сейчас мы оторвемся, потому что какой-то склон пошел быстрый. Лучше пригнуться, а то еще реально башку что-то. Вот это реально. Охренеть! Вот понастроили хрени. Охрененно. Чувака убили, мы опять одни остались. Вот, вот просто зашибись. Как я это не люблю. А вот это сейчас будет немного тяжелее. Если я помню, то сейчас тут куча всякой хрени мелкой будет ползать. То есть... Нет, нам назад. Хотя тут тоже что-то есть, но давайте лучше все-таки сразу назад идем. Я помню, тут реально куча всякой хрени сейчас мелкой будет. То есть вот как те твари, только намного мельче. Их как-то нужно по-особому убивать. Я не помню, но сейчас... Или после смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Точно, его Ульман зовут. Я как-то и забыл. Охренеть. Я говорю, сейчас... Там куча сейчас всякой мелкой такой хрени будет. И если я... О, что там было? Мы какую-то пушку нашли. Хрен его знает. Сейчас как... Это, походу, та миссия, да, я помню. Я не... Ой. Я не совсем помню про миссию. Нет, это не та миссия. А мне их нужно убивать, нет? Ну как? Ладно. Нет, походу нет. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Я помню одну миссию. Такая не очень нормальная. Хотя нет, это какой-то город или что-то такое. А куда нам идти? Куда нам идти? Иди поговори с капитаном. А кто? Вот этот чувак. Сколько их там? Вы видели? 10? 20? Нет, не говори лучше. Ты капитан или кто? Может, прорвемся? Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Классно. Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их... Сейчас, короче, тут нереально... Уже бегут. Сейчас, короче, куча вот этих всех набежит за раз. А чё меня бьет или чё за хрень? Вы чё прикалуетесь? Сюда, походу, черные идут или это обычные монстры? Ну чё-то мне кажется, что это черные. Чё-то мне кажется, что это черные, потому что как-то они или это аномалия. Сейчас, короче. Я так и знал, что сейчас мы просим... А, нет. Все в порядке. Просто всех или отключили, или они... У нас потери! Поздыхали. Чудесный день сегодня. Вот я не знаю, какой дробаш лучше. Или вот этот, что на земле. А хрен его знает, ребят. Но этот у нас более такой уже тюнингованный. Но этот хрен его знает, ребята, если честно. Ну чё, давайте, мутантики, бегите сюда. Вот сейчас отсюда 100% кто-то вылезет. 100%. 100% хотя бы один отсюда вылезет. Я уже слышу, что там кто-то бежит. Или нет? Давайте, ребят, вы стреляйте, я посмотрю. Или... Охренеть, куча их там бежит.
Ладно, давайте и мы постреляем. О, это еще. Я не знаю, ребят, честно, какой дробаш лучше. Да иди там в жопень! Там еще кто-то бежит. Нет, отсюда даже никто не выйдет. Зато я уже не кучу так монстров перебил. Да харе уже бежать, заразы! Вот я тут просто так стою на этом ходе и просто так охраняю. Вот так вот, кто-то спускается, бум, на тебе! И все, и больше, в принципе, нифига даже делать не нужно. Просто стоять и смотреть. Охренеть, сколько вас тут, это сдуреть можно. Только вот тут сколько уже вот этих бежит, сколько я уже их тут перебил. Ребят, я все понимаю, но может уже харе, у меня сейчас патроны на дробовике кончатся. Все? Это что еще светит? Опять эта хрень, да дайте монстров поубивать. Или помогите наоборот. А сейчас уже все передохли. Вот охренеть. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень. Ты должен найти нашу радиостанцию. Установить связь с полисом. И поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Ну давай. Пошли мы туда, куда нам там идти. А я что, не могу через это перепрыгнуть? Ладно, нужно спускаться походу. Вот так ладно, куда нам идти? Походу просто-напросто вот сюда. Нам на это седать нужно. Если да, то отлично. Нет, а чё мы не можем на это сесть? Да, ну почему? Ну просто бы сели, да и поехали бы себе. А, сейчас нам нужно вот так топать. Или тут просто-напросто все разрушено и нельзя через это. Ну по идее, да, вот. Через это нельзя. А, да в принципе тут и некуда. Нет куда ехать. Где они? Где они? Где они? Слышу, как там тучи вот этих монстров топает, но... Вот там. Я туда даже заходить боюсь. А кто там? О, там значит люди есть. Если там кто-то... А твою мать, мелкие заразы. Вот это походу вот тут, о чем я говорил, где будут мелкие вот эти монстры. Я их не очень люблю, потому что, если я помню, сейчас будет какая-то миссия, где мы какого-то мальчика встретим. Или я что-то перепутал, или это не в этой игре. Но было что-то такое, где мы встретим одного мальчика, и нам нужно его будет провести к какому-то посту, где будут, в принципе, люди, да? И отдать его... Твою мать! Так и обосраться можно, реально. Я понимаю, это не хоррор, но все же. Охренеть ты меня напугал, чурка. Я реально, ребят, так испугался, что это сдуреть можно. Он просто там сидел, и я его даже не слышал. Вот сейчас слышу, что там кто-то есть, но...
А твою мать. Мелкая хрень. Ладно, большая, то в мелкую еще и сложнее попасть. Идите в жопу. Твою мать. И эту мелкую хрень реально еще больше боишься, чем большую, потому что она так выпрыгивает, хрен увидишь. А куда нам идти? Главное, чтобы тут... Нет, нам не сюда. Оп, нам походу сюда. Точно. Никого? Главное, чтобы никого не было. Кто не топает? О, что-то... Нет, пистолетик нам не нужен. Фух, ну походу нам сюда. Вот какая хрень быстрая. Сейчас лучше противогаз на всякий случай одеть. Это вот эта миссия, походу, ребята, где мы сейчас мелкого какого-то встретим. А чё ты там бродишь? Так, вот они откуда вылазят. Воу! Да, нам вот эта миссия. Или ми... А, та... Дыра. Это чё ты, зараза? Нам чё, не туда нужно было? Чё-то я как-то... Так, дайте мне понять, куда мне нужно идти. Дойдите вы... Да, слушайте, ну сколько вас там? А куда мне идти-то нужно? Я чё-то вообще не догоняю. Походу сюда. Нет. Если мы туда падаем, значит нас убивают. Все, я понял. Ну просто там даже некуда пройти. Там показывают, что нам нужно туда идти и все. Мелкие вы хрени. Ладно, все, в яму мы не идем. Знаем, что там нас убьют. Да не снимай ты, а просто протри, во. Если бы я еще знал, куда нам идти, ребята. Вот, походу вот сюда. Все, патронов нету, охренеть. Вот я слышу вот того пацаненка. Это вот эта миссия. Я помню, там была какая-то такая нереальная часть. Вот это миссия. Пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Отведу. Но если я останусь тут, меня съедят.
тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Ну отлично. Я помню, там было какое-то баганое место. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Не баганое место, какое-то место, где их просто нереально куча. Вот, это где-то вот тут. Вот, это вот тут. И это не очень удобно стрелять. Знаете почему, ребята? Потому что он сидит у меня на шее, когда я первый раз проходил. Я перенастроил все настройки, которые только были. Просто после этого места у меня камера... А, извиняюсь, чувак. Я не видел яму. Камера сейчас просто вот так очень как-то бегает, ну, он его ножом убил. Ты ходит по сторонам сильный, вот так. Только прикасайся, она сама дальше идет. Я перенастраивал все настройки, которые я только видел, ребята. Я не знал, почему вот такая хрень. А потом я понял, через какой-то... Что этот чувак же у меня на спине сидит, поэтому он и мешает мне стрелять. Я все настройки перенастроил, и я даже бегать быстро не могу. Но я сначала не знал, потому что я не в курсах был. Я думал, он за мной там где-то сзади ходит. Я не знал. А вот сейчас уже я понял. Вон дома! Я не знаю, просто тут... Сейчас. Нет, туда мы не идем. Тут какое-то или место было, или что, но я не помню. Они просто нереально большими кучами вылазили и... Эй, осторожно! Сзади, да? Нет, не сзади. Ой, сзади подползает! Где? Чувак, ты чё какой-то хреновый там обзорщик? Ну, в смысле, обзорщик... О, вот он. Не смотришь назад, где кто бежит, а чё ты говоришь, что их... Ох, твою мать! Вот тут какое-то место было. Было? Не было. Я не. Как громко! Монстра размазала! Это граната, да? Вот, где-то вот тут. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Или я что-то не помню, но я помню, я одно место проходил не знаю сколько раз, потому что. Вот в этом! Я никак не мог что-то пройти. Ну. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Ага, спасибо. Вот. Или где-то вот тут, или я уже прошел. Ой, сзади подползает. Вот он. Вон там! Дайте мне пройти эту миссию, да и все. Так не люблю вот эту миссию. Я не помню почему, но я никак ее не мог пройти. Или то, что мог, но не... Вон, еще один! Не с первого раза, я не знаю почему, но... Или сейчас я прохожу нормально и... Или просто я еще не дошел до того места, где... О, там уже люди стреляют. Ой, смотри, там дырка. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Фигово. Вот ты. Еще там кто-то. Вон там. Ну где ты там топаешь? У меня столько патронов на вас не хватит. Эй, это что? Провод. Так, сейчас нам...
Как обычно, вперед. О, патрончики для... Мы уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят... Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой. Я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Да, успокойся, чувак. Дайте мне пройти. Вот и твоя мама, чувак. Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Спасибо, брат. Отпусти! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Если бы он потерял сына... А где дядя? Как ты его бы это убило. Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Ну что, все? Поговорили, нет? Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Не вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Во. Почему он... Фиг его знает. Патрончики нужны? Ладно, пошли. Ну пошли, пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Не плачь, Саша. Не плачь. Не очень офигенно то, что нам опять снаружи нужно идти будет. Так... Ладно, ребята, в принципе, я так думаю, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.